Друзья, всем привет! С вами снова я, Димас. Вы на канале Cooks Brother Hooks. Всех рады приветствовать. Решили вам приготовить чуть-чуть мяса. Мясо на мангале, в казане. Это мясо будет у нас вот свиная вырезка, миньоны. Вот ее зачистил тут на днях. Соль, перец, масло, все. Она у меня постояла, примариновалась. Будет кукуруза добавлена туда. Томаты, чеснок, зелень, петрушки. Также мы туда добавим два яблока с огорода и фасоль стручковую тоже с огорода. Зеленую, фиолетовую. И гарнир у нас сегодня будет, это опять же картофель молодой. Мы его вот так вот разомнем, раздавим и обжарим. Специи, что мы будем использовать сегодня, это немножко чили. У меня есть какого-то тут соуса для придания такой вот азиатской нотки к нашей свининке. Молотый перец, масло, вкусная соль. Чуть сумахом посыпем. Тут базилик сушеный у нас. Паприка копченая и перец, 4 вида горошком. Также украсим кунжутом. И, естественно, водичку будем использовать, но, как всегда, у нас святая вода, куда без нее. И пошел запах приятный такой. Вот, смотрите, уже полируется. Можно переворачивать. 30 секунд у нас прошло. Наши медальончики начинают пожариваться. Вот, ну все тушим, сейчас вот буквально минут 10, еще 5. Отличный колер, даем мясо. Ну, пока мясо тушится у нас, мы решили нарезать наши ингредиенты, которые идут туда. Это кукуруза, домашняя. Нарезаем колечками 2 сантиметра. Это будет как гарнир у нас. Кукуруза достаточно молодая, не передержали ее на грядке. Режется хорошо. Все отдельно обжарим. Яблоки, смотрите, домашние, натуральные. Червячки есть. Ничего у них химии никакой, значит, нету. Всегда запоминайте, если яблоко червивое, оно в тысячу раз свежее, которое красивое лежит на прилавке. Червячок не будет есть химию. Также нарезаем томаты. Тоже достаточно крупно, потому что оно все будет томиться. И зелень тоже. Просто нашинковали. Это все пойдет у нас одновременно. Зелень, томаты и чеснок. Так что это в отдельной позиции. Яблочки пойдут вместе с фасолькой. Кукуруза пойдет вместе с картофелем жариться. Сейчас буквально 2 минуты будем яблочки закидывать. Вот, смотрите, какое мясо прекрасное, красивое. Чуть-чуть дымится несколько десятков минут. Сейчас закидываем яблоки и фасоль стручковую. И хорошо немножко обжарим тоже. Вот, ребят, мы обжарили буквально 2-3 минуты. У нас, смотрите, как яблочки поджарились, тоже колернулись, фасолька поджарилась, как вы видите. И добавляем наш чеснок, петрушку и под томат. Тоже буквально 2 минуты сейчас обжарим. Томаты начнут таять, воды дольем, и будет тушиться у нас. Насыщаться мясо будет вот этими ароматами, чесночными, зеленью, яблоком. Яблоко что-то отдаст. У нас все колернулось. Томат начал таять и обволакивать свинину. Что это значит? Надо пора добавлять воду уже. Я ничего не солил, у нас была свинина соленая. Но потом достаточно посолим потом. И водички добавим к нему. Буквально 200 мл. Чтобы у нас томилось. Огонь не будем его прибавлять. Будет томленая. Была жареная, стала томленой. Совсем забыл. Добавим немножко до этого чили темного, чтобы он дал оттеночек нашему блюду. Перец с горошком кинуть. Сейчас потомим немножко и начну уже гарнир делать. Ну, вот, смотрите, картофель у нас почти готовый.
буквально нажимаем его, раздавливаем. Он у нас потом пропитается маслом, специями. Водичка выпаривается. Перед тем, как снять, мы добавим горсточку соли. И у нас получилось как подлива. Приступаем к приготовлению нашего гарнира. Берем нашу любимую сковородочку, масленицу и обжариваем наш кукуруз. Сейчас чуть-чуть полирнем ее и отставим в сторонку. Точнее, кинем к мясу, пусть она доходит. Продолжаем жарить. У нас картофельная очередь. Выкладываем и даем ему колернуться. Картошку варили в соленой воде, так что соли не добавляем. Потом просто добавим специи и все. Она у нас чуть-чуть такая будет. Medium. Вот смотрите, ребят, картошечка у нас колернулась. У меня немножко взвалилась, но не страшно. Сумах добавили 4 перца дробленые для пикантности. Также кунжут темный. Чуть-чуть измельченного сухого базилика и копченой паприки. И аккуратненько перемешиваем. Немножко перемешиваем наш свинину с кукурузой. Смотрите, ребят, у нас получилось такое великолепное блюдо, сытное, быстрое достаточно приготовление. На все про все, с учетом приготовления картошки и того всего подготовки к блюду, у нас ушло максимум час. Я не считаю время чистой готовки. Прям вот все у нас ушло час. Мясо мягкое, нежное, томится быстро. Она режется вообще идеально. Вот свиная вырезка очень в этом удобна. Она очень нежная. Сочная получилась. Томаты и яблоко дали свою кислинку и остринку. Фасолька тоже приятная. Пальчики оближешь, как говорят. И картофель наш пробуем, что у нас получилось. Сочетание с мясом вообще великолепно. Если где-то вы увидели, в магазине продается вырезка свиная. Покупайте, берите, готовьте. Очень простое блюдо приготовления. Опять же, не как у нас на канале. Может быть, свои какие-то вещи добавьте, что у вас есть там перчик, еще что-то там. Ссылочка будет в описании. Мы готовили говядину с черносливом. Тоже томили, прекрасно получилось. Такой рецепт. Пишите комментарии, как вы готовите или готовили свиную вырезку, либо свинину вообще готовите. Лайк, дизлайк с вас. Кто первый раз на канале, обязательно подписывайтесь. Будем очень рады вам, признательны. Поклон. Всем приятного аппетита. До новых встреч.